сколько результативных действий. Так, сейчас мы после этого момента расскажем. Можно наказывать. И 1-0. Открывают счет гости. Зоран Марушич, вышедший на замену, наказывает Локомотив за очередную ошибку вблизи своих ворот. Тут у нас кто? Сабирджонов? Нет, вот Сабирджонов входит в штрафную. И можно передачу давать. Да! Да, 2-0. А точнее 0-2 в пользу гостей. Марушич, вышедший на замену. Видеомыз яққан осы обына түймачасыны, хамда битта лайк басып койын. Қоңырашчаны хам үстіге басып койын, чүнкі ең елің ұқазы бармайды.